Звание «Мать-героиня» присвоено Дегтяренко Ольге Ивановне, Ямало-Ненецкий автономный округ. С плохо скрываемым волнением Ольга Дегтяренко получает орден «Мать-героиня», в ответственный момент вспоминая слова самого Путина о том, что каждый должен мотыжить свой участок, как святой Франциск, и тогда успех будет обеспечен. Для меня огромная честь принять такую высокую награду из рук самого президента. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. С обладательницей высокой награды наша съемочная группа встретилась еще в ноябре, когда стало известно о присвоении Ольге Дегтяренко звания «Мать-героиня». Тогда воспитательница детского сада и рассказала, что со своим будущим мужем познакомилась в автобусе, молодой человек оказался настойчивым и в итоге добился руки своей избранницы, что старшие дочери уже сами стали мамами, а после новости о присвоении почетного звания не могла уснуть. Так переживала, что мне нужно будет ехать в Москву, встречаться с Владимиром Владимировичем. Я всю ночь не спала, мне нужно было утром рано на работу вставать. Ну, она заслужила. Вот, как бы мы всегда знали, что она у нас мать-героиня. Вот, и сейчас уже это как такой титул, статус подтвержденный. Сегодня на торжественной церемонии в Москве Владимир Путин вручал ордена и медали разного достоинства и за разные заслуги. Но обладательницы звания «Мать-героиня» в этом строю стоят особняком. Они первые в новейшей истории России. Сегодня в зале прекрасные женщины, для которых материнство стало настоящим призванием. В своих многодетных семьях они воспитывают замечательных детей и достойных, и достойны, безусловно, почетного звания «Мать-героиня». Сергей Шелковников, Андрей Романов, Виктор Тенюков. Программа «Время Ямала».